Красноярском экопарке «Гремячая грива» проверили состояние деревьев. Это совместная акция Министерства лесного хозяйства, Краевого центра защиты леса и преподавателей Дивногорского техникума лесных технологий. Лесопатологи, так называют специалистов, определяли породу, высоту, диаметр и примерный возраст каждого дерева. Подавляющее большинство оказалось в порядке. Аварийных, это те, которые настолько ослабли, что в любой момент могут рухнуть даже от порывов ветра, меньше 2%. Их специалисты отметили краской, а также записали GPS-данные в навигатор, чтобы в дальнейшем было проще найти и спилить опасный ствол. В эту категорию попали сухостои, деревья с сильным наклоном и те, которые поели стволовые вредители. Это значит, что уже внутренняя часть, получается, древесная часть дерева уже разрушена полностью, и это дерево является угрожающим для того, чтобы при сильном ветре это дерево может сломаться и упасть в любой момент. Вот эта процедура создана для того, чтобы пойти как на опережение. Чтобы не потом деревья собирать, да, которые уже упали во время погоды, урагана. У нас они почему-то частенько в последнее время бывают. А чтобы мы сейчас, специалисты нам как раз отметили те деревья, на которые стоит обратить внимание.